Итак, всем привет! Сегодня будет новый ролик по Squad Busters. Да, я думаю, что будет, наверное, последний ролик по этой игре, по крайней мере, да, в ближайшее время, скорее всего, но это не точно. Потому что, да, я, собственно говоря, пытался в этой игре достичь буквально одной вещи. И вот сейчас я ее достиг, и теперь мне как-то даже желание в нее играть немножко отпало. Я уже как несколько дней не играю, но... Видео все-таки снимать, да, понимаете, сами надо. Если же вам это интересно, тогда довольно масштабное видео, оно будет довольно, ну как, обычное, но довольно масштабное видео, оно будет, короче говоря, примерно в то время, когда будет бесплатно в магазине Squad Buster Shelly, ну, как бы, да, в это время. А пока что у нас какой-нибудь Squad Buster, давайте мы все откроем. Ну и погнали, так, для начала давайте заглянем в магазин, это мы собираем бесполезного Грега, ну, то есть как, полезного, ну как, бесполезного. Так, сегодня, да... Так сказать, чем мы будем заниматься. Во-первых, мы откроем этот сундук. Я его там, да, копил. Во-вторых, это очень будет... Давай сначала мы прокачаем Грега. Я получу аж... Я получу супер Хограйдера. Без доната, как бы, да. Ну, это вообще прям супер круто. Хотя я его мог уже давно посмотреть, что будет. Смотри, что будет. Как он такое? Это просто трындец какой-то. Ну, это прям прикольная вещь. И, конечно же... А, нет, не туда... И, конечно же, я получу Эль-Тигра, а также начну новый пропуск. Я вообще не знаю, что это за механика. Типа, я в это никак не углублялся, начать новый пропуск. Что вообще будет, я без понятия. Там, может быть, будет курица-дракон. Может быть, там будет такой же пас, только с курицей. Это такая у меня просто догадка. Скорее всего, так будет, потому что я пока что не знаю, как ее получить. Да. Ну что же, погнали. А еще по-любому... Стоп. А, так можем собрать. Все, идеально. Плюс 3 монет, которые нам не нужны. Погнали. Так, сначала мы, думаю, это делать не будем. Давайте мы под конец, может быть, это оставим. А сейчас погнали, ребят. Супер эволюция Хога. Let's go. Супер активировать. О, боже мой. Так, новая способность. Турбо заряжается быстрее. Офигенная способность. Просто супер эволюция. Офигеть. Это выглядит просто максимально эпично. На самом деле. Капец, он круто выглядит. О, смотрите, я даже могу его как-то, типа, крутить, да? Ну, вообще кайф. Окей, ладно. Плюс дофига. Почти что там, блин, до половины до нового сундука. И самое интересное, это, конечно же, Эль-Тигра. Офигеть, целых 3 штуки? Что? А что значит то, что мне его дали 3 штуки? Я только этого немножко не понимаю. Так, давайте мы активируем пропуск потом, потому что я знаю, да, нам надо посмотреть вот сюда вот. Мне это даже интересно. X3, так как это работает, типа, мега воин? Ну что значит X3? То есть я могу его что ли только 3 раза использовать или что? Давайте посмотрим. Мега воины могут стать удачной находкой при открытии сундуков в бою. Чем больше мега воинов разблокировано, тем выше шанс найти одного из них. Окей, хорошо. X3, я так и не понимаю, что это значит. Ну ладно. Мы тут особо его там прокачать никак не можем, поэтому ладно. Окей, пойдет. Новый пропуск. Начать новый пропуск. Супер пропуск. Ну конечно, начать новый пропуск. Вы о чем? Так, у нас есть супер эволюция. Курица-дракон. Называется сезон куриная пустошь. Так, 19 дней. А потом будет обнова или что потом будет? Вот это мне интересно. О, господи, я не знаю. Ё-моё, там уровней. На 20 уровне, что ли, там курицы? Вы серьезно? Вы реально? Офигеть. Короче, на капец какой редкий, да, чувак? Я так понимаю. Сколько уровней здесь? Жесть. Мегабанк. Ясно. Это интересно. Давайте теперь мы сыграем с вами. Кто это, я не знаю. Не знаю, тут есть какой-нибудь ID вообще? ID игрока. Я даже хз, то есть тут... Как бы вам... Как бы вы могли мне добавить друзья, если бы хотели? Я даже не знаю. Типа, ну нет такого, как ID в Brawl Stars. Погнали, я уже давно не играл, целую неделю где-то. Давайте пробуем. Да, нам мне надо, наверное, разыграться. Сыграем пару карточек. Откроем сундук и... Да. Так, окей, горы добычи, так, ну, для фарма, бо, вообще очень недооцененный персонаж, потому что там для всяких там квестов, знаете, это очень круто, то, что можно просто ваншотать их, этих чуваков, да, это ведь, это вообще просто, блин, а что я не собирал эти монеты отсюда, я не понял. Так, Грег, ой, иди давай, ну, снести, как бы, да, мы их вряд ли сможем, хотя Динамайка, хотя вот Динамайка, думаю, мы даже сможем снести, найс, смогли, только сейчас заспавнится еще кто-нибудь, да, ой, второй Грег. Так, мне теперь надо как-то свалить, или он не особо на меня быкует? Нет, не особо быкует. Опа. Турбо, 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 турбо. Так, все, мы как-то даже никого не залутали. Давайте мы будем собирать кого-нибудь там, допустим. Хотя Кольт, наверное, был бы лучше.
Давайте мы возьмем для начала танк. Хотя, на самом деле, я не до конца понимаю, как работает этот сквадмастер. То есть, как бы, да, в теории сделать свой сквад сам очень сбалансированным, это, конечно, круто. Там много издальников, много там есть танков, там, я не знаю, такое. Но, я не знаю, меня не поделяет ощущение, то, что если ты возьмешь сквад, который полностью издальников, и который будет полностью из танков, тогда по итогу это... Они поднимут одновременно, то есть... Как будто в этом мало какого-то смысла, ну, я не знаю. Такое ощущение. Так, ладно, давайте мы бомбочку подорвем это. И... Для чего-то бомба, давайте соберем еще что-нибудь. Нет, не успели. Просто нам это монеты и гемы будут дропаться, поэтому я так и сделал. Так, уже 15 стоит, это уже много. Давайте возьмем динамайка. Я люблю, когда сквард, это он из разных чуваков. Хотя, они как бы, да, это уменьшают стоимость сундука, но все-таки. Так, нам уже на еще один сундук хватает. Так, давайте, я не знаю, блин. Тяжело, но нам, давайте мы попробуем, может, добиться до слияния гоблина, скорее всего. Это, думаю, будет довольно выгодно. Так, опа, чувак какой-то. Мы его даже можем убить. Да вообще легко. Изи. Так, куча монет. Бесплатный сундук. Два гоблина. Найс. Чем нам дадут просто миллион монет. Да, реально, 30 монет. Это вообще имба. Ну или сколько там нам дали. Я даже не заметил. Кстати, знаете, что я заметил? Офигеть, ребят. Мега... Вот, слушайте, верьте, нет, у меня даже начал лагать. Это просто что за жесть. Какой у него дэмэдж, блин, его даже характеристики туда не... Офигеть просто! Нам еще и суперхок выпал. У нас есть суперхок, у нас... Йоу! Как пец это... Так меня боятся теперь, наверное, да? Давайте. Что вы мне сделаете, а? У меня у воина 11 хп или сколько там? Это как у 10 обыкновенных воинов. Вы что там? Вы куда убегаете, блин? У меня что-то игра начала лагать. Это жесть. Как же он эпично выглядит, слушайте. Только я не знаю, какая у него способность. Ну, типа, он просто прыгает, да, на эти других типов. Так, давайте мы будем собирать, блин. Мы на 5-м месте. Я вообще, на самом деле, не слежу за тем, на каких там, кто местах. Опа, у него нет ускорения. А, ну, так все, он умер сейчас, получается, этот чувак. Ну, все, ему хана. У меня 17 ускорений, ему от меня в любом случае не убежать. Ну, все, ему хана. Типа, без шансов. Блин, давай, давай, гаси его. Добивай. Блин, быстрее. Хорош. Второе место. Хилка нам особо сейчас не нужна. Так, давай там сундук есть. Блин, пушка, это самое бесячее заклинание просто в мире. Она стреляет это по всем постоянно. Это жесть просто. Так, хилка, опять же, нам пока что особо не нужна. Мы соберем все гемы, которые выпали. И отхилимся заодно. Все. Нормально. Второе место, блин. Так, тогда давай. Еще один. Давай, мы должны его убить. Быстро. Гасить его. Окей, кольт. Каким образом я сейчас на первом месте? Я не понял. Быстрее. Кого замочить? Я на первом месте! Как я только что получил первое место? Это жесть! Офигеть! Просто еле-еле! Это было очень эпично. Жесть! На последних просто секундах. Погнали, сундук. Самый лучший сундук. Но мы не, как бы, да, мы не, особо не расстраиваемся. Так, кольт, это, конечно, неплохо. Потому что у нас есть супер-мега... Опа, давай. Но он обязан, ребят. Но он должен. Все, это сейчас самый лучший сундук в игре, который просто может быть. Не разочаруй меня. Пожалуйста. 14 королев? Ну, блин, у меня, как бы, да, нету миллиарда еще персонажей, но... Еще и редкий сундук, погнали. Капец, у нас тут это сундуков 3 открыли сразу же. Хуграйдер еще один. Нафига они мне теперь нужны? Серьезно. Типа, ждать, пока это выпадет. То есть, пока выйдет обнова или что? Так, окей. Archer Queen. Let's go. Капец. Мы сейчас так еще один-то уровень получим, да, судя по всему, вообще. Блин, нам не хватает 10, камон. Где их можно бы заработать, а? Что прям было по-быстрому, да? Я даже не знаю, честно. Так, давайте мы посмотрим на сик где-нибудь. Там, допустим, нам не хватает прям очень мало. Мне прям просто захотелось вдруг. Так, ну, все выглядит как-то не особо круто. Ну, как-то да. Так, ну все же нас-то, как бы, да, не остановит. Давайте мы еще скрываем хотя бы одну каточку. Или даже две. Интересно. Так, окей. У нас бонус получается. Так, дублеры это что такое? А, точно. Вспомнил. Уже забываю. Блин, медик, когда я уже их всех начну выбивать? Тринец, вам тоже персонажи вообще никогда не хотят падать? Просто, для первых, кто вообще гем получил на этой карте. Так.
мочим их. Блин, слушайте, так ведь это и умереть-то недолго, знаете. А, стоп, я уж могу открыть, блин. Я реально наполовину, у меня чувак умер. Погнали, так, Грег. Просто самый имбовый персонаж в игре. Нет, кстати, реально, персонаж очень сильный, даже прям вот без рофла. Это Нита? А, он у меня даже, он у меня украл. Стоп, что происходит? Я вообще перестал понимать, что происходит. Варвар, по-любому, просто. Без шансов. Уи! Я вроде бы как там, да, взял и теперь смог свалить нормально. Так, окей, хорошо. Мы их развалили. Так, Нита. Нита, это просто медведь. Его можно вынести довольно легко и все. Шелька. Я не знаю, смогу ли я сейчас ее убить. Смотря кем она сейчас станет. Другой... Так, стоп, она еще одну призвала, Шелли. Ну, смотрите, я это ее мочу как бы. Почему она не хочет встать и типа, со мной посражаться, я так и не знаю, кстати. Но давай... Найс. Давай. Слушайте, а я хорош. Правда, это она просто была такой... Ооо, мне там выпал сундук, вот видите? Стоп, назад. Найс, отхилились. Все, хорошо. Так, ну, давайте возьмем еще одного. Ярость нет, я не хочу бороться с 5 ведьмами, ну нафиг. Так, надеюсь, что они меня не хотят присесть. Эльтигрон. Он такой... Давайте урон посмотрим. Да убейте его, найс. Так, я не знаю, вообще, они будут на метеор это идти или же нет. Но, возможно, это будет реально переломный момент в игре. В этой катке. Так, возьмем еще Хога просто. 6. Хог. Максимально в уровне. Так, мы развалим этих скелетиков вообще просто. Просто это непобедимый сквад. Я взял самых прокачанных у меня персонажей. Это жесть. Как это контрить? Еще один Альтигра! Стоп! Я могу сделать слияние с Альтигром? Мне стало это интересно. Типа, 3 Альтигра делают мега-тигра. Такое может быть или нет? Ну, давайте пробуем найти. Просто мне это очень интересно. Блин, там 10 Шелли, ну нафиг. Такое даже с моими лучше не буду там сражаться. Блин, ну никого нету. Хотя... Нет, давайте мы заменим, а? Офигенно. Лучше особо вообще не стало. Так. Ой, так квест выполняется. Стоп, у меня там новые квесты появились. Так, мы это потом посмотрим. Возьмем по-любому варвара. Хотя мне там, блин, у меня там был квест на Динамайка. Ну давайте, пофиг. Пофиг на этот квест. Так, еще больше монет. Так, найс. Так, открываем. Брофлите, да? Хотя бы давайте возьмем Динамайка, серьезно. Блин, хоть не курицу. Ведьма. О, ведьма. Блин, я даже могу больше не скрывать сундуков, по сути. Типа, нафига. Еще и королева лучниц. Ну и что теперь врагам делать? Собственно говоря, у меня 2 мега-юнита. И королева. Блин, ну нафига прима? О, сколько здесь... Жесть, ребят. Валим нафиг. Так, там есть фри-сундук. Такое нам нравится. Опа, ведьма, это имба. Так, слетите, нам не нужны вражеские. К этому наши будут ппшиться. Еще одна ведьма, найс. Я просто пытаюсь найти еще одного мега-юнита. Блин, давайте, у нас буквально пару сундуков, погнали. Что это? Откуда это все выпало? Простите меня, пожалуйста. Я не знаю, откуда дропнулось, но ладно. Я меня почему-то себя не очень хорошо чувствую. Наверное, давайте я закончу этот ролик. У нас было, ребят, первое место и второе, и мы нашли сразу 2 мегаюнитов. Разве это не имба? По-моему, это имба. Давайте на последующих откроем. Давай хотя бы редкий. О! Ля, реально? Я уж сел разочароваться. И еще и Хограйдер. Ну все, спасибо за просмотр. Стойте. Давайте мы это все соберем. О, вот тут еще есть у нас есть. Большой, окей. Смотрим. Динамайки. И последнее, что хочу посмотреть, это вот это вот, квесты. У нас здесь новые квесты появились. Нифига, так монет, ну всякая фигня, это награды. И в пропуске соберем 2 монеты. Все, теперь точно, я уже больше не могу говорить. Простите меня, пожалуйста. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.